Микроволновка? Да. Кстати, реально две колонки. Ее нет, кажись. Может, она на другой кухне есть. Я стримлю, если что, без резюки. Так, Юль, помнишь, что Ваня говорит? Давай дальше сам. Давай. Пари-рури, пари-рам. Ждите, блядь, ждите. Ждите, ждите. Ждите. Блядь, где вы? Уёбище. Всё. Ку-к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 у. Так, надо... Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Ку-ку-ку-ку-ку. Спасибо, Наташенька. Саленькая, спасибо. Спасибо. Вас бы вот так немножко... Вас бы, блядь, немножечко повернуть. Хотите узнать, что у нас тут, да? Блядь, ну ёбаный снич, не падайте. Подождите, сейчас, сейчас. Подождите, чат. Блядь, да ты уёбище, блядь, я тебе сейчас... А, у меня есть идея. Всё. Всё нормально. Всё. Всё нормально. Поток нормальный? Поток нормальный? СДР, спасибо. Блядь. Поток нормальный? Криво, нормально, блядь, нормально. Здорово, здорово. Так, знакомьтесь, это Юлия, она помогает... Ух, ебать, что это? Это кальмар фаршированный. Ебанешься. Я так бы сейчас на него напал грязно. Так, аккуратно. Давайте я буду что-то помогать, я не могу стоять без дела. Что мне делать? Не мешай, пожалуйста. Так. Так. Так, ребят, сейчас будет день народжения. Тут подготовочка идет. Сука, вот вас бы вот так бы поставить. Короче, тут застолье. Тут-то я заказал охуенной пищи вам. Ну, не вам, а моим пацанам. Как бы вот вы можете лицезреть. Amazing, да, трапезничество. Пойдемте покажем вам хаос. Это наш хаос. Я за него отдал время и все остальное. Тут диванчики, раз. Тут диванчики, два. Тут будет грязюка, грязюка. Тут-то у нас, блядь, вот жаль, что никто не может лицезреть данный вид, потому что он, так бы сказать, closed, потому что night and на улице. Короче, идите нахуй. О, ебаный снич, блядь, еба. О, ебать, прекрасно. Смакота, ебаный рот. Грязюка, грязюка. А, грязюка. Грязюка. Алло. Что, ты где? А ты где? Опа, кентик, кентик. Это Артур. Йо, нет, не надо. Короче, мы еще снимаем ролик. Привет, привет, Ютуб. Сегодня мой день народжения. Мы сегодня празднуем мой день рождения в этой прекрасной вилле. Я бы хотел вам показать заранее все, но я думаю, что вы еще увидите, как мы заранее праздновали, да? Мы ждем своих хоуми, гостей. Будет очень классно здесь. Именно на этом столике мы будем
так сказать, праздновать. Это, кстати, Twitch мой. Можете на него подписаться. Мы тут стримим прямо сейчас. То бишь, вы в будущем, а они сейчас. Вы типа опоздали, но они сейчас наблюдают стрим, а вы сейчас наблюдаете ролик. Могли бы сейчас с нами наблюдать стрим, если были бы вы подписаны на Twitch, потому что именно здесь лютая грязюка. Они вам передают привет, а вы передавайте им. Типа, кто? Ну, вы поняли. Они все равно посмотрят. Так что... А ты не включил? Не, я просто кадр не ставил. Ты серьезно не включил, Зай? Так. Давай какой-то обзорыч. Да потом. Выпьешь, а повеселее. О, так мы же не будем снимать с гостями прям. Ну, они еще не скоро приедут. Я говорю, типа, они все опоздают очень сильно. Да? Ну, там вот это Артур. Это Артур. Пойдем дальше. Короче... Вот вы, вот давайте миниатюра, вот вы, молодой киберпарень, такой классный, вы приехали на днюху, немножечко почилили, немножечко сделали грязюки, да? Хочется расслабиться, хочется сделать прям amazing, что-то такое, освежить свою кроу, освежить кроу, чтобы было круто. И что вы делаете? Правильно, чат, мы идем в место, где вам будет круто. Сейчас. Так, интернет, надеюсь, тут есть. Я понял, блядь. Я понял. Интернета не было, да? Стрим упал. Я понял. Стрим упал, да? Ладно, я вам покажу вот так. Еще раз. Дубль номер два. Короче, ребят, я хочу вам показать то, что, типа, вам... Должно понравиться. Грязюка. Там и сауна, и басик. Мы будем парить качаны. Парить грязюку. Мы ждем гостей еще. Артур, есть пауэрбанк? Вот, есть кабель? Нету. А ты не брал? А я просил взять кабель. Ты не брал кабель? Пизда. Короче, стрим ненадолго, вы даже гостей не увидите. А сколько у тебя заряда? Ну, у меня нормально, но типа, но его не хватит. А может здесь? Уже чем-то... Есть одна идея. Какая? Но такого ты еще не видел. У меня в машине вот эта штука, которая держит телефон, она беспроводная зарядка. Классно ты придумал, но у меня... Ее по Type-C можно подключить, телефон на ней держать. Классно. А может у этой женщины... Телефон уже есть. Так у нее, по-моему, как раз 11-й был iPhone. Да? Да? Я же не видел просто. Блядь, знаешь, что самое обидное? Что тебе уже обидно? А дай мне свой телефон, я зайду на Twitch. Я всегда ну, просто я... Мне сейчас будут все звонить. Мне же надо открывать ворота. Да ладно, блядь, адрес дали, там кто доберется. А ворота закрыты. Кто доберется, тот и будет надеть. Ворота закрыты. Ну, а там надо пароль угадать. Знаешь, какой ворот такой? Ага, слово. Короче, я забыл телефон для стримов. Что вы спамите? Как же тебе повезло, что я телефон второй взял? А что вы спамите? Я какой пароль? А к чему пароль? Слышь, какой не пароль увидели? Какой? Почему не все спамят 41-46? Не знаю. Пин-код твой, наверное. Пароль. От ворот? Откуда они знают пароль от ворот? Что за хуйня? Тут есть какой-то пароль? Не, чело, где вы это увидели? Отворот, ключ. Где вы это увидели? Че за хуйня? Где вы это увидели? Что за цифры? Они только прикол цифры спамят? Да. Что это за хуйня? Это пароль от бомбы, что ли, в CSGO? Осуждаю, кстати, бомбы. Давай мне второй телефон, я быстро в Twitch зайду. Короче, ребят, сейчас будет рестрим, релоуд Твича. Видишь, как у меня тут одобрение? Не чел звонит, сука. Поставь авиарежим и включи Wi-Fi. Бля, так он до пизды, у меня в мессенджере будет все приходить. Блядь, не уебище звонят всякие. Мне звонят.
Мне просто звонят типы рандомные. Короче, смотрите. Я сейчас настрою другой телефон под Twitch. Я настрою телефон под Twitch. И запущу с него. Понятно? Перезапуск будет на другом телефоне. Мне этот нужен для связи. Я просто телефон не взял. Просто вам надо будет полсекунды подождать. Ебать вас, 22 тысячи. Ебанешься. А вот это я типа чисто лежу 22 тысячам. Фоловимся на телегу, подписываемся. Короче, стрим будет до тех пор, пока никто не приедет. Все приедут. СДР, спасибо, спасибо, хоуми. Донаты не работают на телефоне, кстати. Ну, вы можете кидать монеты, я потом чекну. Спасибо, блядь, за монеты, блядь. Спасибо, блядь. Спасибо, спасибо, спасибо. Я хочу вам показать гостей. Я хочу показать, кто приедет. Ну, не все приедут вовремя. Но уже пацаны выезжают. Это круто. Сегодня мой день. Я могу делать все, что угодно. Пип. Ну, конечно же, не скажу. Спасибо. Нет мне, блядь. Артур. А? Где там? Что там? Откройте. Открой дверь Индианычу. Ой. Как открыть? Дальше. Дальше. Брат, открывай. Тебе стримелом? Ой, стрим. Да, стримелемец. Сейчас, блядь, блядь, уже дверь открывать пишут. Я, блядь, ебать, арашпиль. Индианыч приехал. И Булка приехала. Сейчас откроют. Одну минуту. Блядь. Сейчас. Открыла? Да, блин. Давай телефон, брат. Мне обязательно нужно сейчас зайти на Twitch. Прям пиздец как нужно. Прям пиздец как нужно, блин. Какой это Streamlabs? Streamlabs, да. Да? На, так это мой канал, блядь, ведем. Короче, разберешься как мы. Так. Settings. Все, пацаны, я захожу на его телефон. Открылось? Сейчас, секунду. Они точно там стоят? Да, 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 их надо упустить. Ну, я хотя бы постоянно. Угу. Сейчас, секундочку. Вы же не против? СМС-ка на телефон, охуенно. Я, блядь. Короче, ребят, смотрите, ждите буквально 2-3 минуты, я сейчас запущусь. 2-3 минуты, 2-3 минуты. 2-3 минуты ждите. 2-3 минуты, 2-3 минуты.